Разделся, выдохнул и пошел. Но уже не первый. По официальным данным, в этом году на крещение искупалось порядка 2500 человек. Об этом говорит приехавший к ротонде министр спорта Александр Абросимов. В этом году он воздержался от водных процедур. Он контролирует их прием. Охрана общественного порядка силами полиции, это охрана безопасности на воде, это служба спасения. Очень большое спасибо им за это. Все отработано у них. Вот. Здесь находится наш клуб зимнего плавания и закаля «Нептун», поэтому именно здесь вот мы взяли под свой контроль именно вот это вот место проведения крещенских купаний. А для купающихся созданы все условия. Отапливаемая теплушка, где можно спокойно переодеться после проруби. У самой Иордани дежурят специалисты службы спасения. Полиция следит за желающими употребить горячительное по случаю удачного купания. Но очереди к проруби особой нет. Юрий объясняет это отсутствием крещенского мороза. Хуже. Почему? Ну, потому что разница температур, когда мороз, знаете, он может быть готовится. Ощущение всегда, когда минус 20 лучше, когда... То, что сейчас выходишь, ужасно, уже, в принципе, уже не холодно. Холодно, когда только выходишь, а когда мороз, тем можно готовиться. Тем не менее, по наблюдению организаторов купаний, в этом году к этой традиции присоединилось много молодежи. И в отличие от прошлых лет, люди из разряда зрителей, которых обычно немало, перешли в разряд купающихся.